Это был очень представительный, интересный конкурс. Здесь были педагоги почти всех направлений дополнительного образования, и мне приходилось не судить, а скорее наслаждаться общением, впитывать опыт вот участников, которые пришли поделиться своим мастерством. На самом деле для каждого из нас, и для членов жюри, и для участников это очень важная знаковая ступенька в профессиональном росте. Я считаю, что каждый из нас, работников образования, должен участвовать в конкурсах, должен судить, должен организовывать конкурсы. И это поможет нам глядеть в будущее, видеть перспективы наших.